нельзя ждать девчонки сейчас касается тех, кто в отношениях. Как будут развиваться дальше отношения? Пошла информация мне какая-то, что кто был в ссоре, у вас идет примирение. Потому что я вижу то, что вмешались третьи лица и были, конечно, специальные разговоры за вашей спиной, делали разъединяли. Но ничего не получилось, и все равно вы будете в примирении, это касается Людмила и Татьяны, у которых отношения с вашим партнером, все наладится, и вы обратно садитесь, те, кто именно даже расходились. Идет возврат в отношении вашего мужчины, и все нормально, у вас все наладится. Также потом долго встречались все молодые люди, еще как-то думали, то, что стоит, не торопились по поводу того, что расписываться. Но придут в этом году то, что в 2024 нужно будет расписаться, но отложено будет и именно до Нового года, к Новому году будет роспись. В общем, я вижу то, что октябрь, ноябрь месяц вы захотите делать в ноябре, потому что в октябре будет какое-то перемещение в числах, у вас может не получиться, в общем-то, на ноябрь. Также потом, по поводу треугольника, вижу то, что в паре есть треугольник, есть четырехугольник. У тех, у кого четырехугольник, выход из четырехугольника, женщина сама выйдет из четырехугольника, так как узнает то, что за ее спиной еще мужчина, с которым, с любовником связалась, и он оказался вообще нечестный, и он хотел вас еще на деньги обмануть. Так что денег, смотрите, не давайте ни в коем случае, и не вкладывайтесь, не помогайте, не работайте, потому что я вижу то, что которая девушка в треугольнике, идет информация, то, что мужчина тоже хотел с выгодой к вам, именно с вас поимеет денег, и чтобы вы его еще устроили на работу. Не вздумайте, который еще познакомились в интернете, ни в коем случае давать денег мужчине, чтобы типа к вам приехал, ни в коем случае. В общем-то, это будет большая ваша ошибка, он просто смоется, потом и все. Вот. Потом еще что? Есть еще у Тамары треугольник, именно с вашей стороны у вас мужчина есть, а тут мужчина свободный. Он тоже, в принципе, хочет с вами тоже серьезных отношений. Я вижу, мужчина серьезный. Вы вот именно из своих отношений выйдете в счастливое будущее, Тамара. Так что высшие силы говорят то, что дерзайте, не упустите момент, хороший мужчина вам достался. Молчите про ваше счастье, чтобы у вас его не перебили. А тот, который муж у вас бьет, он вообще уже потом больше не найдет никого. Особенно такой, как вы. Очень хороший, порядочный человек и мужчина. В общем, вы именно выйдете не выше силы. Так, потом еще с нерусским парнем тоже девушка познакомилась. И тоже влипла в треугольник. Я вижу то, что треугольник продлится еще какое-то время, потому что он был зависим от вас. Я вижу то, что вы сделали ему приворот, и он теперь не может. А ему это будет наказание. В общем-то, я смотрю, через онлайн делали на его приворот. Но этого не надо было сделать, так как вы потом сами поймете, что не стоило было вообще его привораживать, потому что он такой нехороший человек, окажется. Вы просто узнаете потом много о нем информации, скажете, нет, мне такого не надо. И сами убежите от него. Вы будете бегать от него, он, представляете, под приворотом будет вас следить, выслеживать везде. В общем, даже будет гулять в других еще отношениях он там, но он все равно будет к вам привязан, будет все равно, он про вас вообще не то будет, он будет мучить. Вы решили его так наказать. Высшие силы говорят, нужно обязательно просто попросить прощения, и чтобы эта ситуация разрешилась. В церковь идите, ставьте свечи обязательно всем святым, и просите прощения, чтобы Господь вас услышал, и все святые помогли, чтобы и больше таких действий не совершайте глупости. Вы получите прощение.
вам идет такая информация, я должна была передать. Да, бывает, за привороты наказывали серьезно. А мне вот сейчас такая информация идет, то, что вам будет прощение. Потому что бывают такие ситуации, что бывает дают. Значит, у вас, извините, я вижу много чего именно по защите, то, что именно есть такие, которые ведьмаки, которым дается прощение. Есть. И даже пусть мне там обсуждают сейчас другие практики, мне идет такая информация от высших сил, если прощение дают. Значит, так и будет. Все. Все. Я надеюсь, что была полезная информация. Во благо.